Всем привет, с вами Дневник Путешественника. Сегодня хотим поделиться отзывом об отеле The Ritz-Carlton Dubai. Это не отель, а просто такие зеленые оазисы в самом центре района Jumeirah Beach. У отеля есть свой частный пляж длиной 350 метров, конечно же, со своими бесплатными лежаками, матрасами и полотенцами. Также есть большое количество бассейнов, расположенных в виде лагуны, поэтому у вас в любом случае будет оставаться ощущение приватности во время отдыха. Есть два бассейна для отдыха с детками, в которых есть мини-горки. Также, если уже мы заговорили о детках, хотела бы обратить ваше внимание на наличие мини-клуба Ritz Kids, где с детками занимаются непосредственно развивающими играми. Конечно же, в ресторане предоставляется детский стульчик и небольшой детский стол с меню отдельным. Что касается ресторанов, они работают на завтраках и завтраках-ужинах. На ужин вы можете выбрать один из понравившихся вам ресторанов. В случае, если вы выбираете номера категории Club, у вас автоматически уже включается VIP-концепция обслуживания, куда входит персональный консьерж, а также доступ в Club Lounge, где накрываются во второй половине дня алкогольные напитки, некоторые виды угощений и, конечно же, бесплатный Wi-Fi. Все номера были отреновированы в 2014 году, но при этом каждый год проходит чекап, поэтому в обязательном порядке все работает, все очень хорошо выглядит. Нет никаких жалоб от туристов на то, что номера выглядят старыми. Надеемся, что этот отзыв для вас будет очень полезным. Если вы хотите поделиться своим отзывом, будем рады увидеть его в комментариях под этим видео.